дров нет. Ася. Ася. Мама лапка. Ася. Ася. Мама лапка. Да? Она огибит. Что за лохматка, блин, бегает там? Тихо. Где дома? Полвеку и ума. Там нет никакой лохматки. Человечек, значит. А, бабушка? Да. Это не лохматка. Это бабушка. А вон она не деревня, а палатки. Эй, он уже поднимается. Там. Или я был? Сейчас вместе. Пойдемте лучше кататься. Кто будет катиться после меня? Слушай, давай. Ася, катись. Там мы будем называть тебя Трусишка. Трусишка.
Нарезать будем, но это уже попозже. Чуть-чуть. Когда нам некогда, мы вот таким вот питаемся. Копченое мясо сырое сушат и коптится. Вот оно. Со спины у оленя. Линейки называй. Так пойдет? Пойдет. Рыба. И собак. Ворона. Говорят, волк. Надо кормить. Надо бабуля. Кормить бабуля. А уже покормили? Правда, чуть-чуть? Вынести огонь? Да-да, конечно. Давай сюда положи. Давай, бери. Давай, пацан, пошли. Где твой папа? Пошли. Леха! А что вам я и не татку? Нет, это мужчина. А вы Машке кормите. Вот этим топленым жиром, Лена, священный предмет. Ну ничего. Дед! Как вкусно! Посмотри, слушай. С давних пор у чукчей есть закон. Те, у которых много оленей, устраивают людям маленький праздник. Так что ешьте, хорошо наедайтесь. Кушать надо.